Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пекташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале «Турецкий язык с нуля». А это видеоприглашение на бесплатный семинар, который состоится в понедельник в 8 часов вечера по Стамбулу. Для того, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно будет перейти по ссылочке, которая будет оставлена под видео, зарегистрироваться там и прийти в 8 часов вечера. Выступать буду я. Сразу хочу сказать, что те, кто будет в этот вечер занят, но все-таки хочет поприсутствовать, может получить видеозапись мастер-класса, но уже, к сожалению, это будет платно. Все правила и условия можно будет узнать, опять-таки, на сайте организатора этого мастер-класса. Так что приходите, не пропускайте. О чем будет мастер-класс? Мастер-класс будет о системе времен в турецком языке. Я постаралась сделать этот мастер-класс интересным как для начинающих, для тех, кто только-только делает первые шаги в турецком языке, так и для продолжающих, также, может быть, даже и для продвинутых пользователей. Может быть, какие-то фишечки, что-то интересное вы для себя полезное тоже откроете. Мы поговорим о 5 основных турецких временах и 9 гибридных составных. Поговорим о том, как турки в принципе видят систему времен. Чем это отличается от понимания времен в русском языке. Поговорим о сопоставлении, о том, какие времена похожи друг на друга, какие из них можно перепутать, а возможно наоборот, даже не перепутать, а именно использовать в одних и тех же случаях. А в каких ситуациях это времена будут абсолютно разные, не похожие друг на друга, и употреблять их вместо одно вместо другого будет ошибкой. Также хочу сказать, что мы не будем заниматься построением предложений в каждом времени, то есть говорить о том, что вот так строятся положительные формы, вот так отрицательные, вот такие аффиксы мы добавляем. Мы будем говорить не об этом. У нас будет мастер-класс немножечко, еще раз, да, на другую тему. Конечно, будет множество примеров на турецком языке. Мы проиллюстрируем каждое время, но мы будем говорить именно о системе. Поэтому, именно поэтому этот мастер-класс будет подходить для всех уровней. Кто-то себе положит в копилочку и сможет воспользоваться этой информацией позже, кто-то сможет воспользоваться уже сейчас, так как находится на продвинутом уровне. Ну, а кто-то уже во все этим пользуется, но, может быть, что-то интересное и полезное для себя найдет. Так что всех жду в понедельник в 8 вечера. Пока-пока!